Super hot, 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 super hot. Всем привет, с вами Войс, и сегодня мы поиграем в небольшую игру, тем более демо-версия, это Super Hot. Все летсплейщики, все обзорщики просто от нее тащатся и визжат, какая же она замечательная на камеру. Но я-то другого мнения, не буду я ее обсирать в этот раз, потому что я на самом деле заметил то, что здесь есть небольшая хорошая идея. Окей, что вообще происходит? Что это такое? Замедленное действие. Вот, в принципе, и вся суть данной игры. По крайней мере, здесь больше ничего другого я не нахожу. Получается, вот, смотрите, я не двигаюсь, и все они движутся очень медленно. Я начинаю двигаться, и они тоже начинают двигаться. И моя цель, получается... Я понял, хватит. В общем, да заткнись ты уже. На самом деле, игра, идея самой игры мне понравилась. То, что замедленное действие, 5-10, если дополнить же вот это вот небольшое, получается, свойство данной игры какой-нибудь другой игре, то та игра будет замечательной. Но опять же, здесь нет никакого сюжета, здесь нет никакой замечательной графики, хотя мне, если честно, нравится вот этот вот минимализм, так как в какой-то степени для некоторых людей это все намного круче, чем, допустим, там, я не знаю, Skyrim на максималках или же GTA 5. Ух, видели, да? Вот мне, если честно, нравится это все. Смотрите, вот она летит. Я отхожу. Ух, отошел тоже. Не успел отойти. Не успел отойти вообще. Ну, сама идея игры мне понравилась. Ага. Тут же опять, получается, нельзя быстро двигаться. Это вам не Counter-Strike, это вам не Modern Warfare. Здесь надо все медленно рассчитывать, думать, кто куда стрельнет. Вот он стрельнул в меня, я отхожу направо. Ему туда пару пуль. Я не помню, если здесь есть патроны, по-моему, нет. Ага, есть патроны. То есть по приколу. Очень горячо, супер горячо. Окей, подними пистолет. Просто тупо получается оббегать это все. Но это по приколу, с одной стороны это по приколу. В нее опять же можно поиграть немножко. Но засиживаться за ней это пустая трата времени. Все, супер. Так вот, неуды, все, убил всех. Я понимаю, игра, конечно, интересная, но почему визжать надо на камеру, прямо орать? О боже мой, это гениально! Я не знаю, если честно, я вообще не понимаю такого. В общем, я хочу играть, я не знаю, более или менее быстро, но вы понимаете то, что в нее играть быстро, это нереально, там тем более очки. Почему бы мне их не подобрать? О, я думаю, это какой-то бонус, знаете? Это, оказывается, просто очки. Опять что ли в стену стрельнул? А нет. Сквозь стену, неплохо, неплохо. Воу, воу, мразь ты. Но это уже не какой-то шутер, это уже какая-то пошаговая стратегия, если честно. Потому что вот ты стрельнул, подумал, за угол зашел, замедлился, опять за угол, сюда, стрельнул, отошел. Ну, то есть, вы понимаете, то, что это как-то... Это круто выглядит, когда они умирают, вот эти вот растворения. И смотрите, вот видели, я в него попал, он такой чух, на кусочки разрезался, из него кровь какая-то плохо прорисованная вылетела. Но в то же время выглядит вроде неплохо. Потом опять ты отходишь, потом опять оббегаешь за угол. Вау-вау-вау, пуш, патронов нет, охренеть, охренеть, просто куда он летит? Уф, уф, это было близко, это было вот прям, вот здесь вот прям было, не-не. Я уже правда чувствую, как мне эта игра начинает надоедать, честное слово. Это странно, это не то, что страшно, или не то, что как-то серьезно, это просто странно. Что это было такое? Просто выйди в окно. Я что, мазохист? Я что, мазохист? Да. Ну вот, в принципе, это и была вся игра, походу. В общем, здесь написано то, что уже пожертвовали 250 798 долларов на улучшение этой игры. И если они собираются продвигать эту идею в плане более масштабного проекта, то почему бы нет, было бы очень здорово, но если они оставят все так, как есть, это... Нет. Это просто, на самом деле, сама идея...
замедление неплохо выглядит, но я, по-моему, наблюдал это уже в Wolfenstein, если я не ошибаюсь, и есть еще другие игры наподобие такого, но как сама игра, ну, в конце концов, ну что это, это не какой-то там не шедевр, это просто на 15 минут, все, куда там больше. Скажете, вот, да ты в компанию не играл, да там в компании такое происходит. То же самое там происходит в компании. Если вам там дадут возможность сделать пару новых трюков, это не значит то, что эта игра какая-то там супер замечательная. Короче, завершение. Мне нравится сама идея этой игры, но мне не нравится сама игра. Можете ставить дизлайки, как хотите. Но, по крайней мере, я ее не обосрал. Правильно? Я просто высказал, что я думаю. Ну, вот, в принципе, все, дорогие друзья. Надеюсь, то, что вам понравилось. И если это действительно так, вы можете показать мне это своей любовью. И если вы здесь вдруг первый раз, то можете также подписаться. Я был бы очень рад. С вами был Войс. Увидимся в новых сериях. Пока!